сторонам вот так, раз. Спросить, что выбрали или? Ну сейчас не время, вот в данный момент. А что это за хрень у него торчит? А мне кажется, это какая-то навигация, GPS у него там стоит. Мы весной в следующем году здесь оффроуд дрейф будем делать. Ну да, вот такие скоростные. Помаши ручкой. Они что, по 4 стартуют? Народ, подожди! Давай вот эту покрышку уберем. Тоже отодвинь покрышку. Я хочу сказать. Не рычи. Не рычи на нас. Хозяин леса ждет своих участников. Категория стандарт, категория экстрим, категория абсолют. Морозит немножко, у него скорректирует. А ТВ есть? Сегодня. А? АТВ? АТВ приехало мало, они для себя покатаются, тренировка перед ладами. Хорошо. Вот. Погода внесла маленькие коррективы, болото подсохло, но все равно получится настоящая спортивная ориентировка. А это леший. А это леший, да. Наш леший, который сегодня будет их затаскивать во всякие тяжкие. Тяжкие. Будет шикарный будет. Ну что, Денис, когда? Через 3 минуты стартует категория абсолют. Что-то мне жарко становится. Тебе не холодно? Нет. Шапку? Он же не в одном маск-халате-то. Там в труселях, да? У нас же Леша любит делать интересные движения, да? А где он? Не приехал основной этот? Не курит, знаешь? Правильно делает. На стритрейсинге ты посередине стоишь, здесь опасно. Ну я думаю, вперед сейчас вырвется вот этот вот УАЗик слева на первые 10-15 метров. Давай, одну возле который. Да, потом его догонит второй, вон тот. Я думаю, Патрик сейчас первый, который. Я думаю, Козел. Слева, потом вон тот Козел. А потом остальные начнут догонять. Сначала вот который левее, третий пойдет, метров на 50. Потом который вот справа, вот этот вот. Если они, конечно, настроены на победу. На трак-рейсе. Отходим. Итак, остаются считанные секунды до старта категории на абсолют.
чё кто-то влево ушел, а кто-то вправо? Тактика, так неинтересно, да.